Всем привет, дорогие мои, с вами Куминова Аня. Это обзор моих пустых баночек, то, что мы купим там в пакетиках, а потом, когда много-много всего заканчивается, выставляем на стол и рассказываем свои впечатления от использования данного продукта. Пустые баночки у меня выходят часто, и, конечно же, чтобы вам не было скучно, то, что у меня каждый раз в пустышках одно и то же, я это буду мельком просто называть, а то, что впервые, я постараюсь об этом рассказать подробнее, потому что есть люди, которые из пустышек в пустышек меня смотрят, и про один и тот же продукт им, конечно, неинтересно будет узнавать. Сначала влажные салфетки для интимной гигиены. На постоянной основе ими пользуемся 24-69. Где-то в дороге, где-то что. Далее. Это мой must-have. Артикул 305-52. Это влажные салфетки для удаления пятен. Их тут в упаковочке 20 штучек. Очень много поездок, каких-то важных мероприятий и того больше они у меня спасли. Это прям мои фавориты, можно так сказать, потому что благодаря им у нас все в жизни получается очень даже хорошо. Иногда, когда что-то идет не по плану, в итоге получается, что очень даже по плану. Так, дальше. Влажные чистящие салфетки универсальные. Есть старая версия, есть новая версия. Я, конечно же, скажу артикул новой версии 305-50. Влажные салфетки чистящие для экранов и мониторов. 302-49 тоже отличные просто салфеточки. Далее для обуви. 114-34, сейчас все ноги соленые. Дальше, смотрите, сейчас появилась новая версия, но у нас еще вот эти вот ножные пластыри оставались. И я вам могу сказать, что вот у меня папулька жил, и я уже забыла про них. И когда наклею, когда нет, ну, вообще начала про них забывать. Потому что ассортименты, БАДы, все в компании Faberlic, ну, очень крутые. И если делать все, что выпускает компания Faberlic, то целого дня не хватит, потому что очень богатый ассортимент у компании. Но вот эти ножные пластыри Detox, они идут как выведение токсинов, улучшение состояния кожи, более утоляющие действия и даже коррекция фигуры. Вообще оказалось, что они еще и не только более утоляющие, но они еще и противовоспалительные. Сейчас я вам немножко увеличу нотацию, чтобы вы посмотрели, да, почитали, на паузу поставили. И я вам могу сказать, что вот этими пластырями мы вылечили папе опухшую ногу. Ну, сами знаете, когда человеку 78 лет, у него и остеопороз и так далее, очень много чего возникает. И вот у него на ножке, вообще у него целую половину парализовало, и вот на парализованной ножке у нас было все время воспаление, она все время опухала, вздувалась, болела очень сильно у него. Мы уже не знали, что делать. Значит, что мы сделали? Нам очень понравился эффект, потому что на второй день уже после двух применений, на третий, да, получается, день уже с утра, да, два раза применили, и вот после двух применений прошла опухоль и уменьшились боли. Во-первых, мы брали тазик с очень горячей водой, но чтобы терпела нога, понятно, чтобы еле-еле терпела. Туда мы клали уксус, соду, чуть-чуть мыло, все это замачивали и подливали кипяточку, чтобы ножки вот лечились таким образом. И потом мы высушивали, да, ноги, ну где-то минут 15 проходило после такой вот мощной ванночки, мы клеили вот эти пластыри сверху. Эффект просто невероятный. Сейчас мы папе отправили 5 пачек вот таких вот пластырей и можем сказать, что это для меня лично невероятная находка. Артикул 110-16. Тут идет 10 штук. Это на 5 применений. То есть одна пачка ему на 5 дней. Я ему сказала клеить целый месяц. Еще закажу, еще привезу, чтобы у него уже все было хорошо. Далее, вот такой вот спрей для обработки поверхностей. Натуральное масло Монарды. У него был тут диффузор немножечко другой. Распылитель, вернее. Вот. Он действительно эффективно очищает от плесневого налета, нейтрализует неприятные запахи. Немножечко попахивает вот этим грубым ароматом Монарды, артикул 112-60. И вот этим спреем мы очень часто обрабатываем все перед отъездом или просто на ночь полностью там ванну, швы, плитки, и плесени у нас нету, что очень даже радует. Так, далее влажная туалетная бумага, конечно же, тоже мне нравится, частенько ее берем, артикул 304-00, прям очень понравилось именно влажная туалетная бумага. Так, тут, значит, прокладочки. Старые версии, новые версии. У нас две девочки в семье. Ну, вот столько мы за месяц истратили. Не знаю, есть ли прокладки BSC, но они мне, конечно, меньше нравятся, чем вот новая версия вот этих дневных гигиенических прокладок. Тут 10 штук в упаковке. Артикул 12-89. То есть обновленная упаковочка. А это еще старые.
старенькая, 112,95. Это ночные, их тут 7 штучек в упаковочке. Тоже очень хорошенькие. Салфетки для интимной гигиены с обалденным ароматом, 26,07. Далее, значит, облепиховое жидкое мыло. Его мы вылили по дозаторам. Это абсолютная новинка. Еще не все его успели попробовать. Мы уже практически с ним да, покончили, как мы частенько смеемся. С артикулом 3363. Вы знаете, я не любитель вообще запаха облепихи, варенья из облепихи и так далее. Вообще я не люблю, да, облепиховые чаи я не люблю. Но вот этот аромат мне приятен и очень даже. 450 миллилитров, большая такая вот упаковочка. Хорошо пенится, хорошо мылится, хорошо все смывает с рук. В общем-то, обычное, хорошее, добротное мыло, просто оно идет в большой упаковочке. Мне понравилось. Далее мы во всех шкафах заменили лавандовые ароматы. Почему? Потому что я считаю, что аромат лаванды, он очень хорошо помогает в профилактике от моли. Старенькие мы сюда, а новенькие мы повесили. И, кстати, старенькие до сих пор очень ярко пахнут. Мне прям понравилось то, что они до сих пор ярко очень пахнут. В следующий раз я их буду реже менять. Ну, просто в шкафы, на полки, там, в обувь не шкафа можно кинуть, да. То есть, ну, чтобы вот моль решила, что нет, мне тут невкусно, я тут не хочу быть. Вообще ароматизатор этот для белья предназначен для освежения воздуха в небольших закрытых пространствах. Гардеробах, шкафах, комодах, в сумочке. Он дарит вещам неповторимый легкий приятный аромат на долгое время и может быть использован для сохранения приятного аромата белья одежды, которые убираются на длительное хранение вне сезон. Но 300-278 мы просто вешаем и убираем со шкафов. Таким образом, мне очень понравилось. Дальше, ребята, папе мы использовали, он сильно закашлял, и мы взяли ему и налепили пластырь согревающий. Это идет как помощь при боли в мышцах, в суставах. Оно просто греет очень хорошо и действительно хорошо помогает. Значит, тут их было 10 штучек, артикул 910-442, папа был доволен. Особенно, где вот что-то у него после массажа болело, мы ему туда и клеили, и он был доволен. Дальше, грелки для ног самонагревающиеся. Были морозы, конечно же, мы их использовали тоже впервые, они у меня в пустышках. Ну, просто наивеликолепнейшая вещь, крутая штука. Очень жаль, что их сейчас опять-таки нет наличия, их разбирают очень сильно. Солдатам в зону СВО отправляют их, потому что сейчас морозы везде. 910-514, я не знаю, как их выцеплять, но они мне очень нужны. Абсолютно закончились. Сейчас мы пользуемся в кармашках, вот да, в Новый год погулять. Недавно мы ходили гулять по Казани, и я же любитель снимать все, а на улице холодно, а в перчатках особо даже в сенсорных, ну, неудобно снимать, согласны? И вот я использовала такие вот классные грелки для рук, они тоже самонагревающиеся, у них быстро согревающий эффект, они до 8 часов дают теплоту, с артикулом 910-515, тоже шикарно. И вот у меня было несколько упаковок с собой еще вот этих для ног грелок, ну, отлично, просто отлично провели время благодаря этим грелкам. Я очень довольна, что они у нас есть. В общем, грелки для рук, артикул 910-515. Прям шикарная штучка. Смотрите, какая кучка мала. Это мы наливаем пополам с водой в робот пылесос для того, чтобы дезинфицировать квартиру. Артикул 301-36. Очень классная штучка. Оно вообще, как спрей, идет против бактерий и вирусов. Его можно просто, допустим, кто-то в семье заболел, и по воздуху ходить, распылять там ручки дверей, обрабатывать ручки, там, не знаю, туалетов, да, то есть входную дверь, обувь можно обрабатывать, все, оно безопасно для человека и животных с артикулом 301-36, но мы вот еще вдобавок добавляем в робот-пылесос. Далее красота из ловушечек. Очень мне нравятся такие вот салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Пользуемся ими. Раньше заказывали на Вальберис. Сейчас они появились у нас в Фаберлик. Я с легкостью заказываю еще и Фаберлик. Их Вальберис перестала. Артикул 308-44. Ну, на Вальберис мы еще мало что заказываем. Мы больше, наверное, на Яндекс.Маркете берем. Потому что там доставка на дом бывает. Далее вот такая красота. Это старая версия мыла Ля Крем. Артикул 86-37. 200 миллилитров или 0.
новая версия, так я не... Слушайте, я уже начала путаться. И сейчас мыло идет смягчающее с артикулом 2874, с клубничным соком, молочными протеинами. Оно и руки не сушит, и объем большой, да, получается у него 300 мл. Очень нравится, вкуснятина еще там. Тут у нас идет питательное мыло с артикулом 2873 с миндальным маслом. Ароматы очень вкусные, очень приятные, удобно мыть ручки. И оно плюс ко всему не просто мыло, а еще и ухаживающее мыло. Крем для чистки металлических поверхностей. Ну, это сковородки. У нас металлическая мойка на кухне. Поэтому 111.58 нас частенько выручает. Мы это дело любим. Дальше идет парфюм для стирки в гранулах. Все-таки хочется его использовать и использовать. Артикул 308.45 у солнечного такого аромата. И Berry Energy, это у нас ягодный аромат, артикул 308.47. Отличная, просто отличная вещь. Так, ну что ж, пойдемте по косметике для дома. Концентрированный гель для стирки 118.41 для темного белья. Пару штучек закончилось. Дальше, концентрированный гель для стирки для цветного белья. Мне часто пишут хейтеры в комментариях, по-другому уже извиняюсь, но не назову, что вот я много трачу, да это нереально, да я пустые баночки со всей семьи хожу, собираю и так далее. Нет, к сожалению, я ничего не собираю, все, что я дарю, да, своей любимой, дорогой родне, мамам, папам и так далее. То, что я дарю, я им заказываю, они там у себя получают. У меня одни родители в Мурыгино, а другие родители в Слободском, да, родители мужа. Они там у себя получают, я им ничего вот не езжу, у них и пустышки не забираю. Мне это не нужно. Это действительно пустышки семьи Кононовых. Нас тут много живет, у нас семья 4 человека, у меня бывает очень много гостей. У меня на период моих поездок делается генеральная уборка, например, да, там той или иной комнаты, если мы уезжаем на 2-3 дня. Если мы уезжаем на месяц, то генеральная уборка всей квартиры. Моются окна, стираются шторы, стираются диваны и так далее. Очень, конечно, двоякое у меня мнение о людях, которые действительно пытаются придраться или к моей речи, писать такие вещи, что вот там вы девочек своих ругаете, а вы видели, что я их ругаю? Ну, как бы не без этого, к сожалению, если сильно косячат. Ну, бывают моменты, когда вот мне, например, халат неделю не могли маленькую дырочку ушить. Ну, молюсь, вообще дырочка, я говорю, ушите. Говорю, да заколебали вы, девки, села, ушила сама. Ну, бывают моменты, когда я, да, действительно могу там покричать еще что-то. Но вот так вот, чтобы взять и там сказать, ты выпила мой чай, нет, конечно, такого не бывает. Это смешно. И это мои личные пустые баночки. И когда мы уезжаем, у меня тут действительно происходит генеральная уборка. Я уже вам рассказывала, что когда мы открыли рубинового директора, у меня росла структура и команда, мне было некогда отвлекаться на домашние дела, и я с превеликим удовольствием делегировала их на свою первую хозяюшку по дому. Потом мы переехали в город, купили еще одну квартиру, к нам переехали родители, ко мне начал часто ездить мой папа, моя мама, и мы взяли второго человека, который работает 2 на 2. И, честно вам сказать, я с превеликим удовольствием взяла людей на работу, чтобы они много что делали за меня. И сейчас они у меня работают уже на протяжении 6 лет. У меня есть хозяюшки по дому. Дальше артикул 308.42. Это для цветных. Потом, значит, у нас есть гель-концентрат для стирки детского белья. Это Викуська. Одеялки мы каждый день стираем. Артикул 305.15. Поэтому у нас и одеялок много. Были бы Фаберлик одеялки, мы и одеялки бы показывали. Ультракондиционер для белья. Артикул 118.53. Тоже вот целая батарея. И ультракондиционер для белья еще вот такой. 118.50. Дальше гель для профилактики для засоров. Мы уезжали. Тут было пустовато, и девочки гель для профилактики засоров использовали по назначению. У нас что-то в душевой опять, у Катюшки волосы длинные, у меня волосы сыпались, да, после наращенных, и получалось, что, скорее всего, мы своими волосами и забили проход, поэтому чистили, но сейчас все уже хорошо. Артикул 302.44. Далее мы помыли перед Новым годом двери, окна, ну, все, что можно помыть этим средством, да, понятно,
что не стекла, а ставни окон. Артикул 302.53. Это чистящий крем универсальный с микрогранулами. Очень-очень нам нравится. Прямо вот мега достойный крем. Дальше совсем немножечко у нас закончилось концентрированного геля для мытья посуды. У нас в основном таблетки для посудомойки. Чистота и защита антибактериальная он идет. Артикул 301.103. И содоэффект артикул 30.097. Дальше шампунь, пятновыводитель для чистки ковров и обивок. Честно сказать, не очень понравился он нам. Как-то вот не очень хорошо он действует. Больше я его не куплю. 308.03. Ну, во-первых, у него такой вот яркий аромат. Я знаю, что он у меня впервые в пустышках. Мы его первый раз попробовали, нам не понравилось. А потом я сама лично второй раз тоже как-то не поняла его действия. Такое чувство, что я вот взболтала, да, нанесла, подождала. И что-то вообще ничего к пылесосу. Потом у нас пылесос Керхер хороший очень. И всасываемость у него хорошая. И все. Ну, не поняла. Не поняла его. Поэтому шампунь, пятновыводитель, что-то мы как-то вот больше такой брать не будем. Есть лучше. Дальше гель очищающий для туалета с артикулом 302.92. Отлично. Так, стекла. Стекла мыли, средства для чистки мытья стекол и зеркал. 110.48. Еще иногда стол на кухне стеклянный им протираем. Тоже блестит просто идеально. Красота. Еще иногда мы им протираем какую-либо мебель, которая блестит. Но на самом деле у нас зеркал мега много, поэтому мы как-то вот больше, наверное, зеркала используем, под зеркала вернее. Так, дальше пятновыводитель, пара штучек, как обычно, добавляем его при стирке, артикул 30.027. Потом средство для чистки духовок и плит, свежий смятый, 301.20. Потом ватные палочки. Пара упаковочек еще закончилась. Вообще, если честно, мы начали несколько упаковок, и потом все остатки в одну собрали, и вот у меня теперь две упаковки аж пустышек. Артикул 910-254. Надеюсь, они еще будут в наличии. Так, что еще хочется рассказать. Это бальзам против выпадения волос. Вот смотрите, у него очень такое интересное применение. Мы наносим на влажные волосы кожу головы, оставляем воздействие на 3-5 минут и тщательно смываем. 17.37 артикул. Вот я две штучки израсходовала. Да, этот тоже пустой. Он такой, знаете, беленький, полупрозрачный, но не прозрачный. Голова сначала зачесалась, потом что-то запекло, потом еще какие-то процессы происходили, потом, чувствую, остановилось. Ну, может быть, я и больше 3-5 минут подождала, поэтому оно все остановилось, но очень-очень интересно. Поэтому этот продукт я действительно заметила, что волосы меньше выпадывают, плюс я еще использовала капсулы, но еще они не в пустышке, потому что недопользовала. Но могу сказать, что это великолепие просто. Вот этот бальзам мне очень понравился. Как вы понимаете, две штуки за 2 месяца израсходовала. Дальше. Маска-шапочка. Это абсолютная новинка. Тут вы, конечно же, увидите меня в этой шапочке. Я вам могу сказать, что это просто обалденная штука. 7207. Рекомендую всем. Очень хорошо работает. Очень хорошо восстанавливает волосы. В применении она простая. То есть чистые влажные волосы, да, полусухие такие уже чистые. Вы просто надеваете шапочку, массируете и ходите 15-20 минут. Потом вы шапочку эту снимаете и как бы все. Сушите голову, укладываете, как вам нужно и так далее. Да? То есть просто высушиваете волосы с обычным способом и приступаете к укладке. Мне безумно, очень-безумно понравилась эта шапочка. Качество волос такие плотные, рассыпчатые, неутяжеленные, блестящие, ухоженные, как после салона. В общем, обалденная штука. 7207. Прям каждый попробуйте. Если люди уже не разобрали его, да, очень часто бывает, что новинки просто расхватывают. Ну, это просто обалденная штука. Маска-шапочка. Очень мне понравилась. Так, бежим дальше. Биопятновыводитель. Парочку штучек закончилось. Он идет для жесткой воды. 119.84. Тоже отличная штука. Сейчас еще от Сомьон появилась. Господи, сколько их развелось опять. Не знаешь, какой выбрать, да? Дальше. Биокапсулы для посудомоечной машины. 109.02. Очень нравится. Очень давно их использую. Так, это у нас получается маска для волос.
артикул 1882, волосы приятные такие после нее, хорошенькие, вот, запах у нее сладкий такой приятный, очень у масочки. Она идет как глубокое восстановление и питает именно материю волос и по всей длине, возвращает волосам силу, блеск, мягкость, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков, в общем, такая, да, действительно, она очень хорошо работает. Потом лотос, масочка от Арису, тоже идет для всех типов волос, неважно, там жирные, сухие, тоже очень понравилась, 7726 масочка, но она идет, вот если от этой маски, да, ее наносишь, она такая, как даже описать, да, склизенькая такая, интересная, то вот это менее такая склизенькая. Тут другое уже питательное вещество идет, тут идет лотос, который известен питательными свойствами, он тоже придает блеск, силу, но уже с помощью лотоса, то есть получается, я люблю менять питательные вещества, различными пользуюсь каждый раз, и мне кажется, что это лучше, чем чем-то одним, ну, потому что организм же, он любит питаться различно, да, волосы тоже же нужно по-разному питать, чтобы разные питательные вещества у нас были. Далее, с артикулом 8212, еще такая вот масочка, она идет с комплексов натуральных масел, тут в составе идет органа, авокадо, абиссинское масло, также аргинин, она тоже очень сильная, питательная, слегка даже утяжеляет волосы, возвращает шелковистость, защищает их от повреждения, такая уже тяжелая артиллерия, как я ее называю, она в ней очень много масел, она очень питательная. С артикулом 18-90, маска Ultra Power, активное питание. Тут идет уже глубокий уход, питает по всей длине, наполняя силой, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. То есть вот такая вот красота. Этого, к сожалению, ничего нет в наличии, но я взяла запасом по распродаже, поэтому Аромио, вот эти вот диффузорики у меня еще есть, еще пока не совсем закончились, что очень-очень радует, что я люблю делать запасы средств, которые мне понравились. Не знаю, почему их сняли с производства, может быть, потому что их выпускали до всех событий в мире, после этого, может быть, их где-то вот за границей выпускали, наверное, поэтому выпускать тут на территории России будут уже, наверное, что-то другое. Вот так. Дальше масло эвкалипта, 100% натуральное эфирное масло. Я его очень люблю использовать именно для себя, для любимой. Я его обычно капаю или аромадиффузор, или в увлажнитель, вот что-то такое. Очень, кстати, вот эти 5 мл в составе, да, они очень долго заканчиваются, 1346 артикул, прям очень долго. Дальше бальзам, восстановление и уход для сухих, поврежденных и секущихся волос. Все-таки вот вся линейка Ботаника, она на волосы, которые не покрашены, да, там краской для волос, они, конечно, лучше работают. Но, как мне сказала мой специалист по волосам, который ко мне уже ходит много-много лет, она мне говорила, что какую бы маску для волос мы ни делали, и когда мы ее смываем, ну, хотя бы чуть-чуть, немножечко бальзамчика нужно наносить, потому что он как раз закисляет среду и снимает все то, что маска не дает, да, то есть маска это глубокое питание, бальзам это вот как раз сверху, чтобы они не ломались. Поэтому с артикулом 8750 я расходовала очень долго. И спасибо Лене, да, что она научила отличать, для чего бальзам, для чего маска. Сама я даже как-то не задумывалась об этом узнать. Далее закончился последний мой бьюти-бальзам с артикулом 8848. Больше его нет в наличии, пока что вот не могу найти такой же еще. Мой любимый гель для бритья 2571 очень нравится, после него намного меньше бывает раздражение. У меня вообще белая кожа, раздражение просто ужаснейшее бывает. Шампунь против перхоти дорасходовали практически уже, с зеленым чаем, контроль над жирностью. Артикул 1303, его, по-моему, тоже уже на сайте нет, но нам очень понравился новый шампунь от перхоти, а в голубой упаковочке от эксперта, поэтому уже для нас это не такая потеря потерь. С артикулом 2344 шампунь-бальзам для волос кошка малина закончился. Помню, что по распродаже, по-моему, я 10 штучек брала, но они стоят мертвым грузом, потому что Викусе понравился дизайн новых. Вот их, наверное, объявили в распродаже, потому что не успели распродать из-за нового дизайна, да? И вот вы представляете, те стоят, а вот эти расходуются. Значит, 3+. У меня сейчас в руке обе упаковочки. Пена для ванны 28,82. Она меняет цвет, детям очень интересно. Ну и пенится так хорошо на четверочку. И это детский гель для душа 28,81. Очень приятный аромат банана. А это очень приятный аромат ананаса. Далее откопали старую версию шампуня с артикулом 83,62. Это когда-то вот этот шампунь, эта маска были моими самыми любимыми в компании. Но потом вот их заменили на вот
эту вот, да, видите, это ультраповар, и вот это тоже ультраповар. Но я могу сказать, что эта серия сильнее, что-то там улучшили и сделали лучше. Но опять-таки, у новой ультраповар, у маски убавлен объем, но действие лучше намного. Дальше шампунь с артикулом 8421, это шампунь и гель для душа, что-то я не договорила. Ужасно приятный аромат, мне очень-очень нравится. Дезодорант для интимной гигиены с ароматом свежести, артикул 1628. Очень долгоиграющий, одну штучку купишь, но иногда пригождается. Как говорится, стоит вот у нас дома, например, стоит у нас в туалете. Дальше для всех типов волос шампунь-бальзам «Фиалка». Я им пользовалась, я его расходовала. По-моему, он впервые у меня в пустышках, если я не ошибаюсь, артикул 8767. Могу сказать, что он действительно понравился, он действительно укрепляет волосы, защищает от неблагоприятного влияния окружающей среды. Как-то вот они меньше магнитились. И вот, конечно, шампунь-бальзам, как говорит мой специалист по волосам, это просто маркетинговый ход. Все равно бальзам после шампуня-бальзама нужно использовать. Но на самом деле волосики такие после него хорошенькие. Очень нравится мне вот именно вот аромат вот этой фиалки. Я очень люблю аромат фиалки. Пенится отлично. Очищающие свойства великолепные. В общем, вот этот шампунь мне очень зашел. Могу рекомендовать. Плюс ко всему, у него 94% в составе идут натуральных компонентов. Это тоже очень хорошо. Дальше шампунь «Ботаника». Аромат у него идет... зеленое яблоко, действительно так. Я бы сказала, прям Антоновка. Да, артикул 2549. Очень приятно, действительно, и свежесть, и баланс, и большая упаковка 400 мл. На постоянной основе у меня в пустышках гель для интимной гигиены 8722. Вот хочу новенький попробовать, скоро будет в новиночках у нас с вами. Дальше блокбастер 2716. Это идет гель для бритья, мужу очень нравится. Так, это у нас пена для бритья с артикулом 6801. Но это Викуська в нее как бы в ванной играет, всяких там людей строит и так далее. Она была со скидкой, я взяла 10 штук, представляете? И вот это тоже было со скидкой. Недавно, да, бонус за покупку я тоже взяла и этой 10, и этой 10, потому что зачем переплачивать? Она в ванной поиграет, ну, максимум там минут 20-30, и все, и потом как бы идет спать. С артикулом 0533 еще пена Lancelot. Как-то вот одновременно, да, у меня закончились дезодоранты. Это ранее был прям мой самый-самый любимый. Сейчас такой широкий ассортимент, что я прям даже не знаю, когда я еще этот куплю. Артикул 8648 с ароматом такой нежной, приятной мятной зубной пасты, что ли. Вот такой приятный очень аромат. Он, конечно же, идет шариковый. Очень нравится. Ну, конечно, спреи мне больше нравятся. Дальше Идео. Израсходовал еще один в дороге. Кстати, потеряла вот такой же в дороге. Забыла из номера забрать. Вот сейчас, когда мы в Казань ездили, с розовой крышечкой, там молочные протеины с шелком. Ну вот остался вот этот, артикул 2592. И мы же еще выигрывали поездку в Калининград, нам там еще надарили очень немаленькое количество дезодорантов, прям реально немаленькое. Поэтому не знаю, когда я вообще буду теперь дезодоранты покупать. В общем, помогают тратить все. Так, дальше, зубная паста 3+, детская, артикул 2886. Потом, значит, охлаждающий гелевый пластырь для тела. Как-то вот, знаете, тут по 5 штучек в упаковке. И мы, конечно, не 20 штук израсходовали. Там где-то открыто было, тут где-то открыто было. Просто собрали воедино в одну кучу. Сложили остатки в одну коробку, чтобы много коробок не было. Но на самом деле у нас Викуся дала жару. И выдавала она нам жар, наверное, дня 3. 38,5, 39,5. Вот так вот, да, до 40 вроде как не поднималась. Ну и 38 было сложно скинуть. Я просто уже думала, все, придется давать жар понижающий. Я не из тех мам, которая сразу же бежит в аптеку покупать всякие пакости. Я начала давать куркумин, дигидрокверцетин и так далее. То есть я начала бороться БАДами. Я очень не люблю давать таблетки ребенку аптечные. Ну, иногда, конечно, приходится. Один раз мы ей, когда у нее 39,5 поднялось, конечно же, дали нурофен. Крыша у меня не едет. Вот. И вот эти вот пластыри с артикулом 910-104 нас просто спасли. И причем все, кто видел, как температура прям на целый градус скидывается просто потому, что мы положили пластыри на лоб. Я так, один пластырь на одну половину лба, второй пластырь на вторую половину лба. То есть от уха до уха. Не просто по центру лба, а от уха до уха. И у нее прям буквально вот проходит минут 15-20, девочка встает и начинает что-то делать и играть. Я говорю, Викуся, ложись. Она говорит, нет, не хочу. То есть ей становится просто без всяких лекарств на БАДах и на пластырях лучше.
просто лучше, у него просто все скидывается, понимаете, да, даже без ДНСа, вот, что самое интересное. Поэтому я, конечно, удивилась такому эффекту, и как бы с тех времен, как выпустили этот пластырь, я даже думала, что зачем он нам нужен, срок ведь выйдет, ну зачем он нам нужен, в жаркую страну как-то с собой брать опять перевес лишний, там еще что-то. И вот тут мы прям испытали, и я еще заказала 3 пачки. Прямо 3 пачки еще заказала, пусть лежит на всякий случай, может пригодиться. Ну и как раз таки мы вот пили пихтовиту с викусей 157-35. Это источник железа, это кишечник, это иммунитет, это защита от свободных радикалов, это повышение физической и умственной работоспособности. Нужно всего лишь 10 капель на 100-200 мл жидкости. Такой легкий елочный привкус, я бы так сказала. Очень приятные такие капельки 157-35. Их вообще можно пить по 5-10 капель. И мне, и Викуське на постоянной основе, я так считаю, потому что очень хорошая штука, кстати, долгоиграющая. Так, крем с аргинином, конечно же, 12,79, моя любовь. И бальзам-растирка с пчелиным ядом, 12,80. Когда я Сигнум, вот этот универсальный крем с аргинином и бальзам-растирку с пчелиным ядом, просто все по чуть-чуть на ладошку, перемешиваю, ну такая горка получается, не маленькая, и вдоль позвонка наношу, у меня же сидячая работа, часто бывает, что болит спина. Например, когда я прилетела из Казани, мы ездили без мужа, потому что Викуся заболела, я ее оставила на мужа, и муж затемпературил. И когда я уезжала, у Викуси уже температура прошла, у мужа оставалось 37, и в принципе все в порядке было. Вот, и как раз таки так получилось, что вот плечо я таскала сумку сама, к чему я веду, да, я таскала сумку сама и на ленту ее в аэропорте, да, и с лентой, и несколько раз вот это вот все, из такси в такси. И я приезжаю домой, и я понимаю, что у меня сильно болит плечо. Но я так устала и не выспалась, просто легла тупо спать. Вот представляете, глупость какая. Нет бы вот найти сил, да, то есть я в душ сходила и спать легла, потому что я замерзла, потому что у нас морозы. Морозы вообще много сил забирают. Ну и что вы думаете, дорогие мои? С утра я просыпаюсь, у меня заело плечо, заело шею, и я сижу и думаю, тыц-пердыц. Вот нет бы вчера было помазаться. В общем, я взяла универсальный бальзам Signum One 158-15. Я взяла универсальный крем с аргинином 12,79, 12,80 пчелиный яд. Все это намешала и толстым слоем, прям не пожалела, наложила, получается, от уха до конца плеча. То есть прям толстым-толстым слоем. И помассировала себе, поразминала плечо. Полчаса. Я смогла двигать шеей, я смогла двигать плечом. Потом, значит, вечером я также сходила в душ, и все. И также себе намазала, посидела немножечко за компьютером, на вопросы в чате поотвечала, по рабочим различным. Когда у меня все впиталось, я просто ушла спать. И буквально после 2 применений вот этой вот тяжелой артиллерии в перемешку, я просто была в шоке. У меня все прошло. Понимаете? Ну, это шикарно. Так как все поболели, все у меня пили живицу обязательно. И хозяюшки по дому, и воспитатели. Я всех пою живицей. Артикул 157-28. Это новый Signum 18, который у меня закончился. И он типа для похудения, для лучшего усвоения питательных веществ в организме, когда обмен веществ нарушен и так далее. Ну, вот пока мы с Антошкой выпили одну на двоих, надо по 2-2 раза в день. Она оказалась прям реально маленькая. Сколько тут капсул? Тут идет 90 капсул. Ну, по 2-2 раза в день, как бы мы с Антошкой вот выпили, сейчас еще заказали вот 5 штучек, будем пить, смотреть дальше, потому что пропили и все, и как бы на курс-то нам не хватило на двоих. Дальше, значит, вот куркумин, это отличное противовоспалительное средство, причем он латает воспаление, заживляет, где бы они ни были, в суставах, в кишечнике, там, не знаю, в легких, то есть это такое классное очень средство, куркумин, артикул 158-00, и если детки часто болеют, или вы там часто болеете, пожалуйста, по 2 штучки в день, его можно принимать. Вот я когда болею, я пью по 2 штучки 3 раза в день за 40 минут до еды. Есть, конечно, не всегда хочется, когда болеешь. Дальше кальциум К2. Ну, сами понимаете, как он необходим. 157-61. А магний пара баночек. Обязательно хелат. Самая лучше усвояемая форма. 158-01. Дигидрокверцетин. Пару баночек с витамином А, С и Е. 157-90 артикул. Это я пью витамин В, B-комплекс. По 2 штучки после обеда выпиваю. Ну, слушай, прям настроение действительно становится лучше и лучше на постоянной основе. Артикул 158-04. Но мне мой врач сказал, что Б-комплекс мы пьем только после курса антипаразитов, потому что паразиты любят железо, любят Б-комплекс, и мы будем кормить патогенную микрофлору вместо того, чтобы кормить себя. Вот так вот. Поэтому знайте, и периодически 3-4 раза в год обязательно пропивайте антипаразит. Вот, кстати, и он. Артикул 157-63. Дальше Liver Support с артикулом 47-60. Это, по-моему,
уже новая или старая версия, вот не помню, да, то есть у нас появилась новая версия. Это печень мы восстанавливаем, селениум, хелат. Ну, селен его вообще нужно пить, артикул 158.06 это минерал. Омега-3 именно форте, 3.6.9 мы не пьем, причины я уже вам называла. Ее, оказывается, очень много кому нельзя, 157.79. Далее келп, это железо плюс йод. Гипотиреоз, вообще мы сдавали анализы, у нас у всех он очень ярко выраженный, то есть нам всем не хватает йода. И мой врач сказала, что на постоянной основе, без перерывов, йод нужно пить так же, как и D3. Я говорю, ну спасибо, обрадовала. Про биофул вам показываю, да, то есть келп это йод. Очень-очень нужный и важный. Артикул 157.55, оказывается, если у нас гипотиреоз, то даже не похудеть, ничего, человек начинает полнеть, у него ну, очень плохие изменения по организму идут, 5-10. В общем, оказывается, йод это такая вещь очень сильная. Мега важная, такая же, как омега, такая же, как D3, такая же, как селен, цинк. Просто мы не доедаем это все сейчас из продуктов, и из-за этого вот нужно принимать БАДы. Йод у нас в виде келпа 157.55. Далее, значит, пробиофул. Артикул 158.05, это у меня муж пьет. Пробиофул мы пьем, ну, где-то месяца 3-4, самое то. У меня муж закончил пить мужскую формулу Signum 16 с артикулом 158.30. Я так понимаю, для профилактики мы это все пьем, но заказали, решили попить. Дальше кардиопротектор с сигнальным пептид-комплексом и с энергетическим сочетанием. У меня его недавно пропивала моя мама. У нее есть сердечная недостаточность, действительно получше стала. И пью я. Артикул 158.26. Вот сейчас он мне еще придет, и я еще дочке, она у меня будет пить, которая старшая, да, которой 23 годика. У нас же была операция на сердце. И у нее бывает, выскакивает сердечная недостаточность, но все равно как бы оно вот так просто раз и не пройдет мгновенно, да, сами понимаете. Поэтому она будет его тоже месяца 3 пить вместе с кардиоподдержкой и вместе с Q10. То есть вот еще вот это все будет пропиваться у нее. Бежим дальше. Контроль сахара. Это я пью по их напить по 2-2 раза в день, но я их оставила на постоянной основе по рекомендации моего врача. 46-764 артикул. Но может быть это старый. И вот этот БАД, который мне мой врач сказала заменить D3 навсегда. Она сказала, что вот этот D3 он хороший, клевый, классный, все тут хорошо. Артикул 157.77. Но D3 и K2 лучше. Но он не только лучше, он еще и дороже в 2 раза. Я посмотрела, что тут 60 капсул, что тут 60 капсул. Но смотрите, вот у нас был D3 K2 от BSC, там была очень низкая дозировка, помните, да? А тут получается высокая дозировка в одной капсуле, 2000 международных единиц, так же, как и в этом. Но тут еще содержится К2, то есть это и противовирусное средство очень хорошее, и на мозги влияет в положительном моменте. В общем, там огромный вообще список, что вообще он содержит. Да? И D3 это энергия клеток, это наша с вами энергия. Вот я порой чувствую, мне энергии не хватает или сообразительности не хватает. Да? Я могу покушать грецких орехов, выпить D3 К2, там, допустим, штучки 3, и у меня бах, я сразу же начинаю работать. Вот такое бывает. Но что D3, что омегу, что дигидрокверцетин, это очень важно. Нужно пить после еды, потому что они до еды так хорошо не усваиваются, как после еды. И, конечно же, нужно пить антиоксидант-комплекс для тех, кто пьет омегу. Дальше, значит, витамин С плюс цинк. Артикул 157.89. Ну, цинк, сами понимаете. Мы с вами уже много раз про это говорили. Далее, так как все болели, я тоже 2 дня была с температурой, помните, да, муж был с температурой, вот столько мы выпили. Иммуномодулятор комплекс, так, это старый артикул, 2 штучки, сейчас надо новый на сайте смотреть. Далее, иммуномодулятор Форте, тоже пили по 2-2 раза в день, все, и Катюша, и Антон, и я, и Вика. Вика пила 3 в день, когда сильно температурила, мы пили по 4 в день. И получается, что вот... столько много выпили. Баланс нервной системы начала пить я. Мне хотелось очень сильно попробовать, но никак не могла до него дойти. Вот наконец-то дошла и выпила баночку. Вы знаете, ко мне пришло какой-то еще плюс сверху, дополнительное какое-то умиротворение, что ли. Способность принимать холодные какие-то вот, как даже сказать, решения какие-то принимать, да, не сгоряча, а вот подумать. Какое-то терпение, что ли, появилось. Но пока с одной баночки как-то вот не сильно, не очень. Фосфатидилсерин тут есть, да, но он идет 50 миллиграмм. Вот я пила фосфатидилсерин в высокой дозировке, я пила по 100 миллиграмм 2 раза в день. А тут всего 50. Гингобилоба идет, экстракт перца, витамин С и железо. И гидрокситриптофан. И вот эта вот, конечно, вещь, она, в принципе, должна и успокаивать, и приносить огромное количество соображалок в голову,
да, можно так даже выразиться, да, если по-русски сказать, а не по-медицински, как любит мой врач меня медицинскими терминами. Крыть, крыть, и я ничего не понимаю, сижу, я говорю, Лен. Я говорю, конечно, я могу сделать умный вид, но у меня не получается. Говорю, мне смешно. Говорю, не все получается понять у нее. И вот она мне как раз сказала, что это хорошо, но 50, говорит, это маловато. Но вообще фосфатидилсерин – это вещь, которую мы покупаем за 6 тысяч рублей уже много лет для Вики. Для Вики, как для аутиста, мы покупаем своей младшей дочери. И видим шикарнейшие результаты, и тут они есть. Циркадные биоритмы, там еще что-то, там по 100 миллиграмм идет. Тут убавили, наверное, потому что вот гидрокситриптофан есть. Дальше. Vision Support – это поддержка для зрения. Тоже тут старый артикул указан. Но могу сказать, да, какая-то вот немножечко острота зрения, она появляется месяца через 2-3, если не прекращать его пить. Но все-таки то, что написано, я пью не так, понимаете, да? То есть я пью за 40 минут до еды, а не во время еды, как указано. Поэтому, может быть, эффект быстрее приходит. Дальше. Урокомплекс Woman. Очень хорошее противовоспалительное средство. У меня его даже девчонки пропивают, вот у кого циститы и так далее. Комплексно пропивают и видят результат. Поэтому прям рекомендую, что у меня, что у девчонок результат хороший. А вот, кстати, новая версия Liver Support. Это у нас идет поддержка печени. Артикул 158-42. Я вам даже скажу. Артикул. Вот кардио, который у меня будет дочка пить, я его сейчас пропиваю, тоже еще серая крышечка, еще старая версия, вот очень неудобно. Family Comfort, я посмотрела, срок подходит, думаю, выпью из жадности. Поддержка репродуктивной системы для женщин, из одной банки пересыпала в другую и сейчас буду пить. Вот такая вот я. Спросила врача, что убрать, там, D3, кальций, что убрать, она говорит, ничего не надо убирать. Family Comfort, просто попей и все. Говорит, зачем что-то убирать, D3 это абсолютно другой витамин, да. Далее, вот столько много у нас закончилось, папульке делали массаж, и, как вы видите, ушло на папульку вот 3 баночки и вот 4, да, вот стоит. 158-15, это универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Дальше, кофе «Добрый день». Опять-таки много-много закончилось, я еще 10 баночек отправила папе, и все, скорее всего, будет ли он у меня еще в пустышках, я не знаю, все, по-моему, все, закончился. Кофе в нашей семье летит очень много, 16-049 артикул, и кофе «Добрый». Доброе утро, одна баночка, это девчонки пьют, 16.048, девочки мои, девочки. Так, дальше, любимый чай мужа, он прям не может без него, все время его пьет, артикул 157.15. Так, бронха, тоже девчонки у меня пили, я сама не пила, потому что не кашляла, Викуська пила, артикул 156.69, ну хорошо, вот он очень помогает в комплексе, вообще начал кашлять, он может еще не помочь, если там вирус сильнейший, да, вот у Вики 39.5 вскакивало, где же он тут прям так сильно быстро поможет, да, но все равно помогает, отлично просто помогает, я уважаю очень чьи-то компании Faberlic, потому что они реально рабочие, в аптеке не всегда такие купишь. 156.69, бронха, чай бронха, вот 2 пакетика. Так, дальше коралловый кальций, это мы замачиваем, грубо говоря, свою воду, кондиционируем, да, минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Артикул 157.30, очень много накопилось, в прошлый раз я просто забыла взять. Салфетки для кухни закончились тоже, кетчупы, вы представляете, еще старые версии, но вот есть новая версия. И вот смотрите, старые версии, которых нет, кетчуп шашлычный, классический, мы выбрали классический. Нам больше классический понравился, ну и шашлычный такой ничего был. А вот этот кетчуп, наша новая новинка, это смесь чуть-чуть шашлычного и в основном классического на вкус. Вот серьезно вам говорю, очень мега супер вкусно. Артикул 158.72, поэтому рекомендую, потому что он идет, во-первых, соль с пониженным содержанием натрия, во-вторых, пищевые полезные волокна, в-третьих, без ГМО, без сахара, без крахмала, вместо сахара стевия используется. И в-четвертых, он еще и содержит полезные пищевые волокна. И из помидор черри. Очень вкусный, классный и полезный. Можно так сказать, полезный. Очень много вот таких упаковок мы сварили. Ну, как много? Ну, может быть, упаковок 7 уже, да? Хвалю эту пасту. Очень сильно хвалю. Вот серьезно, прям вкуснятина. Очень мне понравилось, мега вкусно. Так, подождите, а где же у него артикул-то? А вот артикул 158.73, он заявлен как паста для людей, которые хотят похудеть, но на самом деле это просто полезные макароны, которые идут из твердых сортов пшеницы, потом из овса, ячменя и ржи. То есть они идут из цельного зерна, 4, можно сказать, ну, получается мультизлаковые, что ли, как их назвать. Очень вкусно, очень много израсходовали, все ели с превеликим удовольствием, и могу вам сказать, что это обалденная вкусность. Продолжаем печь свои булочки, но шелухи подорожника, то бишь псилиума, уже на сайте давным-давно нету.
Ой, придется, наверное, так же, как и дрожжи сухие, заказывать уже в... Не знаю, вот я на постоянной основе покупаю, не знаю. Вот люди не всегда просто, наверное, понимают, зачем это, и продукт становится невостребованным. В общем, с артикулом 157-64 шелуха подорожника пока еще приобретаю в компании Faberlic. Такое ощущение, что у меня мой обзор еще никогда не закончится, но ей-богу, да. Кислородный бальзам, очень его люблю. Артикул 5806, я обычно его перемешиваю с масками для лица и обогащаю таким образом, улучшаю всасываемость ингредиентов из кремов. Артикул 5806. Дальше, бальзамчики начали уже заканчиваться, полностью уже измазали. Не знаю, есть ли у нас еще это оранжевая меренга с 25-69, но очень вкусный, приятный аромат. Второй такой, вот уже витамин, интенсивный витамин 40-40 у нас получается артикул. Еще очень много мы израсходовали вот таких вот аромабальзамчиков Викуське на руки, на голову, у нее болела голова. Сигнумом тоже голову мазали, 17-01 артикул. И у нее трескаются сильно ручки, он очень хорошо помогает. Вот таких тоже куча мала израсходовалась. Артикул 17-02, это просто санитайзер для рук. Дальше, не знаю, я уверена, что его уже, наверное, нет в наличии. Такая вот штука для губ. Вы знаете, бесконечная. Вот губы накрасил, ешь, пьешь, он очень плохо, мало уходит, как бы тинт для губ, да, получается. И сейчас, на данный момент, я уже просто решила его выкинуть, но действительно он очень классный, и на губах смотрится очень здорово. Вот не так вот ярко, как тут, да, указан, а действительно натурально, красиво, обворожительно, прям не постесняюсь этого слова. Дальше, вот такое вот тональное средство для лица, 66-61, тоже мне нравится, хотя у него есть такой не очень приятный блеск, но я же поверх этого наношу пудру, а пудра Wet n Dry Perfect Me, например, да, самая, наверное, клевая пудра, она перекрывает весь этот блеск, потому что матовая. Дальше, очень хочу похвалить маску для лица, которая подтягивает, укрепляет и омолаживает. Очень классный результат, 157.4. Уже второй раз у меня в пустышках, вы ее видите, ну просто обалденный результат. Дорасходовали воду Дизирабль. Честно скажу, аромат мега сложный, мега тяжелый, мега сладкий. Вообще не мое, не для меня. Вообще я этот аромат не понимаю. Но все ароматы, которые я не понимаю, я ставлю в прихожей. И кто-то, может быть, расходует, кому-то нравится. Там могу, кому-то понравилось, там отдать. Да, там кто-то приходит, ой, а можно я понюхаю духи? Да можно нюхать, что не так-то, да? Иногда говорят, а закажи мне вот такой. И вот Дизирабль у меня, между прочим, два раза уже заказывали. Поэтому есть люди, которым он нравится. Дальше 0256, это легендарный кислород. Но что им можно делать? Просто с собой брать в жаркую погоду на отдых. Он шикарно освежает. Его можно замораживать, протирать лицо. Он тоже будет хорошо очень ухаживать. Его можно наносить на какие-то маски сверху для улучшения действия этих масок и так далее, и так далее, и так далее. Им можно просто сбрызгивать лицо для того, чтобы оно у вас освежалось и оставалось молодым. Малофтилин, 3 упаковки мне, Викуське. Артикул 709-12, очень тоже хорошее средство. И тоже очень хорошо работает, если его перемешать с кислородным бальзамом и Simbun. Вот этот кислородный бальзам, вот этот. И, ой, вообще тоже очень шикарное действие. Дальше гель-скатка для лица. Артикул 0851. Айсеул. Тоже очень нравится именно скаточка. Потом, значит, у меня закончилась сыворотка для лица против всех видов морщин. 0653 30 мл. Действительно освежает лицо. Не только выравнивает, но еще и освежает. Мне вот это очень понравилось. Потом, значит, расходую. Но, честно сказать, больше я такое средство никому не порекомендую. Раньше оно мне нравилось очень сильно. Я была его ярой поклонницей 0222. Но сейчас просто появились средства, которые круче этого. Поэтому 0222 это сыворотка антистресс. Восстанавливает здоровый цвет лица, придает сияние, незаменимо для жительниц мегаполисов. Да? То есть она мне очень нравилась очень много лет. Сейчас я просто посмотрела, уже она у меня стоит. Я думаю, блин, не дай бог срок выйдет. Вот, и решила начать ее тратить. Но, если честно, после таких кремов, которые вот выпущены были, да, как новинки в 23-м году, это уже кажется слабачкой, вот честно вам скажу. Дальше, Блюм, очень понравился. Сыворотка, активатор для лица, но она, блин, она, ребят, тяжелая, она идет 55+. Артикул 0153. Очень крутая, у нее мега-супер яркий аромат, поэтому кто не любит, когда сильно пахнет, не покупайте эту вкуснятину, но я просто с нее кайфую. Пусть она 55+, но она очень хорошо работает и действительно отдает активное омоложение кожи. Так, Бироэл, сыворотка тоже впервые. Ребят, это тоже для меня кладезь.
есть. Она очень круто работает с кремами. То есть сыворотку я наносила утром и вечером, поэтому кремы у меня остались. А сыворотка закончилась. Сыворотка просто бомба. Артикул 1572. Она такая маслянистая, она хорошо питает. Я ее наносила, да, получается, от груди до лба. Это все место, да, декольте, плечи. Я за всем за этим ухаживала. Могу сказать, что бомбовый результат. Но если вот так вот все наносить, то я вам честно скажу, что это дорого получается. Но себя любимых надо любить. Все-таки есть кремы и за 5, и за 10 тысяч. Вот люди, да, покупают. Вот там, конечно, вау. А тут, я думаю, что не так уж и супер-мега. Но действие просто бомбезное. С артикулом 2821 у меня закончилось 2 увлажняющих тоника для лица. Хорошая очень маска для лица, моя любимая, 0744 глиняная Гардерика 40+, которая снимает все следы усталости, обеспечивает эффект сияния, осветляет, удаляет поверхностное загрязнение. То есть очень такая хорошая масочка, нежная, ласковая. Ну и умывалочки пошли, и коктейль Wellness, как вы видите, и все. Первая умывалочка 0791 из серии Renovage 50+. Еще идет молочко очищающее, 7 против 7 возрастных изменений, тоже очень нравится, 0971. Ну и еще идет шейк лосьон антиакне, это Катюша, 0590. Но вот я тоже понять не могу, у Катюши что-то ничего не проходит, я не знаю, что делать, и куркумин мы пьем, и все. Такое чувство, что она слишком много вредной еды кушает или нерегулярно пьет. Вот плохо, когда нерегулярно. Значит, с артикулом 15650 у нас закончился коллаген плюс коллактив. Еще плюс клубничный я в номере оставила. Допила клубничный. Иногда, вот знаете, так сидишь, думаешь, да не хочу никуда идти ни на какой завтрак в этот мороз. Ну, на завтрак-то мы ходили, а вот на обед, на ужин порой, ну вот не хочется. Я лучше коктейль как-то вот выпью. Мне вкусно, мне нравится. Я брала с собой клубничный. Дочка клубничная отказалась, сказала, что она пьет только шоколадный. А вот Антоха выпил целую упаковку, получается, этого коктейля. 15650 именно ванильный. А я ванильный, между нами с вами говоря, не очень-то люблю. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезна.